Я аж испугался, у меня аж сердце заколотилось. Слетай давай! Всем привет! По-прежнему середина января, по-прежнему тепло. Ничего у нас пока не получается с охотой. Ходим вдвоем с Димоном. И три собаки. Вот Пыжик, Чива и Лайма где-то там бегают. А вот. Конечно, уже, блин, устали, без снега, хочется, чтобы следы были видны. Совсем какое-то не то настроение, когда ходишь по чернотропу в январе. Уже как бы сезон заканчивается, двое выходных осталось, а тут такая погода, блин. Ну, я смотрю везде так, в Московской области тоже такая беда, бесснежье. А в Беларуси у нас так тем более. Ну, в любом случае, сейчас попытаемся найти зайца, добыть его. Здорово. Уйдра. О, видишь, колдашечка. Пошли, не знаю, по краю, может, пока. Тут с краю такие реденькие есть кусочки, может, зайца сейчас подымем. Что за истерика? Нельзя! Шо к чему? Рыло, бля. Вон, видишь, он делаешь. Заканчиваешь. Вон перед тополями, видишь, видно такой. Стелец. Но мы туда не пойдем. Не знаю, мы то ли вернемся, то ли можно вот пойти на сосну там. Меня знаешь, что сегодня есть с собой. Димон, посмотри в небо. Гусь полетел. Высоко. Леса, походу. Походу леса. Всех собак скрутило. Чиву забрал с Пыжом, а Лайма за речку увела, ну я думаю сейчас вернется, что уже перестала гонять, она была вот где-то в этом куску. Ну, уже как бы интересно, зверя подняли, но смотрим. Так, пока что-то у нас охота не складывается, вот собаку забрали, сейчас походим тут по кустикам. Попробуем зайчика поднять. Да, мог бы и лежать тут. Место неплохое. Блин, это погода какая-то мерзопакостная.
Хо, ничего себе. Это как вообще так? Я иду вообще, блин, расслабился полностью. А он лежал где-то тут. Где-то тут вот на склоне лежал. Фу, блин, у меня аж сердце заколотилось, честное слово. Да. Вот это да, я понимаю. Я смотрю, вон тут они дрались, зайцы. Вот сколько шерсти набито. Все, фу, отошли. Все, пошли вон. Найдите себе такого. Я думаю, может вот так вот пройдемся и кругом. Вот в тот зайдем, Ильшань. Вот тут вот видно, они дрались, эти, знаешь, зайцы. Вот сразу тут шерсти на это. Думаю, повесить его на дерево, чтоб не носить. Ну такой, да, среднячок. Я, если честно, подофигел, как он выскочил. И вот где-то он отсюда выскакивает. Вот где ты. Может, с-под дерева. Где-то. Вот, наверное, под деревом он тут и лежал. Смотри, скорее всего. Ну, не похоже так на Лёшку. Ну, где ему? Это он отсюда откуда-то выскочил. А, вот он лежал. Подожди. Наверное, под тем деревом. О, везде. Пыш. Да? Хер его, короче, знает. Но на видео посмотрим. Ну, я только так вступил, блин. И он как вышмаргнул, бля. Я аж испугался, у меня аж сердце заколотилось. В этом году у нас так часто. Пообедаем. И зайцы выскакивают. Ну вот так вот сверху вниз, короче, стрелял. Ну я, если честно, не ожидал, что он тут и поднимется. Вообще на расслабоне таком шел. И... Ну, видно, что долго. Много времени прошло до выстрела, с того момента, как он поднялся. Я его сразу увидел, как он поднялся, ну, услышал. Ну, самое главное, трофей добыт. Уже не с пустыми, как говорится, руками. Так что, пока охотимся дальше. Ты хороший такой, да? Ты такой. И видишь, нигде нет, вот кусочек выберет себе. Такой кусочек он выбрал у меня за домом. Лайма что погнала туда, в твою сторону. Слышишь ее? Там в том краю, я не знаю, или из-под меня что-то поднялось. Она возле меня бегала вначале. Там пошел в эту сторону, я тут в ту, ну, влево. И она вот в самом углу получается, там уже где поле. Что запищало, блин, возле меня, знаешь, или с-под меня что поднялось, или раньше, или хер его знает. И она, получается, вот так вот обогнула эту и сюда пошла. Ну, я тебе ж позвонил, она так чик, и я думал, этим краем будет уходить, знаешь. Все, ребята, конец охоты. За целый день одного только зайца подняли, получается. Ну, погода не очень, вот собака даже теряет, видно, какая его.
Поле мокрое полностью. Январский дождь. Январский дождь знаменитый. Короче, сегодня тяжеловато было зайца поднять собакам. Один выскочил из-под меня такой дурной. Халявный. Ну, халявный, не халявный, я это знал, я ему там постелил соломки, когда на голубе был. Ну, вот такая вот охота. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях.